Налог с продаж вместо НДС. Сегодня же на расширенном заседании правительства Нурсултан Назарбаев предложил кардинально пересмотреть механизм сбора налогов. Введение налога с продаж вместо сложного и непрозрачного налога на добавленную стоимость, по мнению главы государства, существенно улучшит сложившуюся сегодня ситуацию. Также в числе предложений Нурсултана Назарбаева приватизация сельхозземель. Сейчас 9 миллионов гектар таких площадей не используются по назначению, а у земли должен быть хозяин, заключил президент. Кроме того, существенно будет упрощено и получение разрешения на строительство. Этот процесс должен работать по схеме 30-20-10. Что это означает? 30 дней, не более, на получение архитектурно-планировочного задания. 20 дней согласования дизайн-проекта, 10 дней уйдет на получение самого разрешения. 2 месяца. А сейчас сколько? Год-два. И это мы жестко законодательно должны внести.